Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас очередной тест одного из топовых героев, который используется на PvP-локациях. И это у нас будет Асса. Асурик. Вот такая вот у меня сборка с Бастом. Я вам уже показывал, мы тестируем на таблетках первого левела. То есть у нас два аккаунта с одинаковой силой, одинаковые таблетки. То есть тест максимально... скажем так, правильный, потому что герои одинаковой прокачки. Единственное, что у них отличается, таланты сотые просветы. Мы не используем аугментации и прочее, потому что там дальше можно уже совершенно разных героев собрать, и в зависимости от того, какая у вас там прокачка, он будет тащить, не будет тащить. Против других чары очень много, очень сильно влияют. В общем, вот так вот. Такс. Окей. Вот такая вот у нас сборка у нас с Бастом. И сейчас мы сделаем еще вторую на всякий случай, на тестик. И с Бастом, а с СО. Я уже показывал Асуру вам с СО. То есть у нас он будет, скажем так, для... урона и жизнь, плюс жизнь и деп. Ну, СО самый такой топовый на сегодня. Тоже на восьмерку качаем. Так, отлично. Есть. Поехали, выставляем героев. Есть уже 5 таблеточек у нас. Надеюсь, будет все побыстрее. Кто-то писал, почему сердцеедку использую. Сердцеедка одна тоже из топовых героев. Так, у нас тут будет первый тест на героях, у которых хороший деф. То есть все герои с 8 СО тоже. То есть топовые, скажем так, сборки для героев. Прокаточка с огненкой. Окей. Выходим. Поехали. В чем суть Асуры? Он очень классно смотрится на PvP-локациях из-за того, что забирает энергию. Имеет встроенную отражалку. Вот, пожалуйста. То есть забирает энергию плюс отражение. Нереально крутой герой. Сейчас посмотрим, кто кого. Странно, странно. Посмотрите, Рину по чуть-чуть проседает. Очень, кстати, интересно, и даже проседает. Интересно. У нас не полностью все ХП было, но посмотрите, что Асса делает. Офигеть. Надо, придется сейчас его с нуля кидать. Мне кажется, Рину может и слиться. Это при том, что Рину... не в атакующей сборке, а Рину в топовой сборке на деф. Мало кто с героев, я показывал вам, так тащит. Сейчас заодно и проверим. Получается, сколько там Рину пробивает. 17 тысяч. В чем суть отражалки? Она режет входящий урон, то есть она встроенная. Многие ставят на Асуру огненку, но я уже тестировал, не заходит она. Вот СО намного лучше смотрится. Ну, прикольно. Что-то первый заходик, смотрите, они на равных идут. Да он сольет Рину, нафиг. Жесть. Ну-ну-ну, давай, еще чуть-чуть. Ну, у Рину есть отхил. Ну, кто кого? Ай, у Рину отхил включился. Чуть-чуть. То есть, плюс-минус, герой очень хорошо смотрится. Давайте попробуем на Асе сборку с Бастом. Вот с СО, как видите, довольно-таки неплохо он смотрится. Сейчас проверим с Бастом.
Интересно. Ну, видите, тут он быстрее проседает. И намного, причем быстрее. Ну, вот не надо, нету смысла. Ну и, конечно, дамажит вроде тоже неплохо. Нифига себе, посмотрите, что он с Рину сделал. С Бастом. Хорош. Мало кто Рину так шатал. Но Бигфута он сейчас тут тоже, я думаю. Ну, причем видели, сколько жизней мы побежали на Бигфута. Давайте попробуем. Давайте в такой с Бастом сборке побегаем пока. Видите, тут тоже есть свой нюанс. В сборке с Бастом он дамажит хорошо, и плюс у него отражалка работает лучше. А вот в сборке с СО отражалка меньше, но зато он более устойчивый против кучи героев. Так, понятно. Короче, этого разобрал. Смотрим, что будет с ПБшкой. ПБшка, по идее, тоже должен ушататься на раз-два. Посмотрите на ПБшку. Просто налегке. Ну, ему все, что ему надо, это только включиться. Как только он включается, все. Он просто их всех ушатал, ребят. Такой сборки. Но мне интересно еще, мы просто так ради теста сейчас проверим. Этих же героев в сборке. Ну, видите, тут опять же это один на один, все равно проседает Бигфут. Сливается. Но Бас мне тоже понравился очень. Бабашка тоже сливается. Интересно еще на рогатку посмотреть. И рогатка тоже должен, по идее, на отражалках сливаться. Это где-то они плюс-минус. А, смотрите, в такой сборке не получилось. Ну, плюс-минус. Так, отлично. Все-таки давайте поставим баст. Попробуем с бастом тестить. Окей. Первых 5 героев, как видите, довольно-таки успешно он ушатал, я считаю. Поехали дальше. Вольт. Анубис. Так, давайте Некрос. Эту мы оставим на потом. Ворожей. И Афинка. То есть у нас все герои, скажем так, в обычной нормальной сборке. Конечно, для бездона надо будет еще попотеть, чтобы достать такие плюхи достать, но это вполне реально. Ну, Вольт на изи просто разберется. Так, смотрим на Анубиса. Ну, Анубиса он уже подошел включенным. Но полностью фулового он его не вынесет. Однозначно нет. Ну, один раз он его снес. Так, смотрим. Против. Вот тут, кстати, интересно сейчас будет посмотреть, сольется ли. А, сливается. Вот вам, пожалуйста, отражалки. Ушатал. Против ворожея. Интересно, спасет ли отхил ворожея. Видите, все равно ворожей заряжается, но сливается. Жесть. Вот это да, ребят. Мне кажется, единственное, огника он не сольет. Хотя все может быть.
Афина сейчас должна просто улететь. Просто батражалку, там нужен только проклятый доспех. Вот так вот еще 5 героев у нас просто ушли в никуда. Ну, Анубиса он, в принципе, один раз убил, но Анубиса живо, конечно, встроенная. Но все же. Так, теперь у нас поинтереснее будет тест. Махатма. Бугимен. Лазуля и Роза. Поехали за следующей порцией. Такс, ну Охника давайте мы оставим. Давайте начнем с этого конца против Розы. Он Розе не дает заряжаться. Сейчас она, конечно, если включится, мне кажется, она... Нифига себе! Вот это да! Смотрите, что он с Розой делает. Он просто тупо не дает ей зарядиться. Что это такое? Она не может включить свою... Ну, она отхиливает себя. Все-таки надо, чтобы она включилась как-то. Ну, видите, она его выносит. Она просто отхилом берет. Блин, я хочу, чтобы она, конечно, включилась. Вот, отлично, включилась. И посмотрите, только она включилась... Все, до свидания, мы сказали ей. Лазуля. Лазуля не будет получать отражалку, если включится. Но тут он не включится, потому что мы изначально ударили первыми. Видите, у него скилл автопроком срабатывает, поэтому было немножко, скажем так, с Фениксом нечестно. А вот сейчас он включится, и мне кажется, Феникс ушатает. Он не получает. Не, нифига. Посмотрите, что он делает. Офигеть. Вот это действительно герой, который может удивлять. А вот Бугимен, как видите, Бугимен ушатает, потому что у него нет отражалка, у него 5000 всего получается. Вот это его реально спасает. Была бы у него нормальная отражалка, он бы ушатался. Сейчас мы попробуем. Так, он у нас с бастом, а этот у нас тоже с бастом, да. Попробуем сейчас такой вариант. Ну, в таком варианте они где-то наравне идут. Даже Асура, по-моему, немножко лучше сносит. Да, видите? Вот так вот. Здесь вот зарешало все-таки Эссо. Оно не дало этому нормально ударить. Махатма, по идее, должна убиться, но у нее отхила столько, что она может даже не убиваться. Да, Махатма просто переагривает свой урон. Вот так вот. Вот вам еще один вариант. Ну и Огник. В принципе, как вариант, может слиться. Воу-воу-воу, ничего себе! Обалдеть! Вот так вот, ребятушки.
Огник тоже может шатануться нормально. Причем здесь огник с СО. А был бы с пактом, он бы просто улетел. Видите, он тут переагривается. Да, тоже, знаете, такой жесткий момент. Так, окей. Меняем героев. Поехали дальше. А дальше у нас Космо с сборкой на деф, потому что атакующая он улетит. Посмотрим, или на деф он улетит или нет. Рея. Кстати, может попробуем один на один. Тут у нас с Бастом против СО попробуем. Так, землеройка. И Хрон будет тоже интересно, кстати, посмотреть. Они друг друга будут отражать. Ну, пока этот герой меня больше всего, скажем так, удивил в плане побед. Так, отлично. Поехали. Здравствуй, Космо. Да, Космо, посмотрите, что с ним делается. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Аса, красавчик. Затащил Космо. Затащил Космо, причем с Космо на дефный вариант, ребят. А я тоже, кстати, сейчас может улететь. Так оно и есть. Жесть. Он не дает ей заряжаться. А ну-ка, давайте так. Видите разницу урона? Посмотрите. Вот видите. Где-то плюс-минус ничья. Так, а ну-ка, давайте попробуем. Или давайте, давайте уже попробуем. Вот такой вариант. Какой же все-таки вариант круче? Кто кого ушатает, мне интересно. И там отражалка, и там отражалка. Там жизни, в принципе, нормально, и там жизни нормально. Тот же самый вариант, ребят. Офигеть. А вот это интересно будет посмотреть. Землеройка. Землеройка не дает ему включиться, причем, посмотрите. Землеройка просто сейчас сам себя может убить. Так оно, наверное, и будет на отражалке. Да, он его заблокировал, но толку от этого. Отражалка все-таки дает свое. Прикольно. Так, окей. Поехали на Хрона. Видно там, вон видно. Тень Хрона убивается только так. Да, и Хрон, в принципе, должен себя сейчас убить. Но Хрон тоже бафается неплохо. Вот так вот. Мы убились тоже на отражалке, ребят. Так, давайте возвращаем. Попробуем еще раз такой вариант. Давайте на землеройке один разок. Интересно, да, тут землеройка однозначно будет убиваться. Тут даже... А вот на Хроне интересно будет посмотреть. Был Баст. Ух ты. Вот так вот. Нежданчик такой, да, ребят? Баст, конечно, тоже интересная тема. Ну, плюс-минус, это надо потом дальше будет на прокачках смотреть уже. Так, окей. Осталось у нас... пару таких героев для проверки. Командорка. А потом у нас будет еще два героя, которые это Стрелок. Так, и свали. Надо будет... пишите, кого еще докачать. Там Фрэнки есть. Очень много героев есть.
Ну, командора, мне кажется, тут она себя убьет однозначно. Тут даже тестить нечего. А вот с Вален тоже будет интересно посмотреть. У кого? Мне кажется, что с Вален затащит. Видите? Все-таки аса проседает. У вас и нету отхила, у этого есть отхил, вот и все. Вот так вот. Окей, поехали дальше. Пробуем седну. И на закуску оставим стрелка. Вот так вот она себя бафает, соответственно, она сливается быстрее. Прикольненько. Мне кажется, и стрелок сейчас улетит нафиг. Так, смотрим. Это, конечно, интересно. Такс. Орнитоптеры однозначно будут улетать. Да, и стрелок себя просто убивает. Вот так вот, ребятушки. Что я могу сказать? Герой действительно очень крутой для PvP-локаций. Как видите, он большинство героев соло даже выносит. Если его нормально прокачать, он будет забирать энергию ни у одного, там сколько у него... На десятке 5, по-моему, или 4. 4 цели на там 5, по-моему, на 13. Соответственно, это хороший PvP-шный герой, массовый, то есть забытая битва, там PvP-локации. Очень круто себя показывает. Как видите, что бас заходит, что СО заходит. Очень круто смотрится. Можно дар попробовать. То есть пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.